55 лет КВНу – это солидная дата, это серьезный возраст, и я горжусь тем, что сегодня нынешнее студенчество по-прежнему играет в КВН. КВН. Звучит гордо, звучит красиво, и самое главное, для меня лично, это, конечно, вы, наша молодежь. Хотел бы и вас всех поблагодарить, и кто стоял у истоков, и кто сегодня продолжает вот это дело. Ребята, девчонки, только вперед! Привет, КВНщики! Сегодня в честь 55-летия Союза КВН я пробегу 5,5 километров и передам всем пламенный привет со здоровым образом жизни. КВН – это та организация, которая объединила по-настоящему талантливую молодежь, связала поколения, и все те люди, которым не безразличен КВН, не безразлична игра, даже имея между собой колоссальные разрыв в возрасте, понимают друг друга, любят друг друга и любят эту игру. Мне хотелось бы отметить, что КВН для липчан, для молодых и талантливых жителей Липецкой области – это прекрасная возможность самореализоваться, выступить на главной творческой сцене нашего региона. В этом году региональной Липецкой университетской лиги исполняется 10 лет, поэтому мы очень рады наших студентов поздравить с этим замечательным праздником. Мы всегда поддерживали КВН и будем поддерживать. И мы всех поздравляем с этим замечательным праздником и всех КВНщиков нашей необъятной Родины. Дорогие КВНщики, спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что поднимаете нам настроение, за те эмоции, которые доставляете. Продолжайте заниматься вашим любимым делом. Желаю достижения тех поставленных результатов, целей, и чтобы игра в КВН вам приносила радость, энергию и позитив в жизни. Хотелось бы поздравить всех, кто имеет отношение к этой прекрасной и зарекомендовавшей себя за эти годы игры молодежи. Я поздравляю всех, и действующие команды, и руководство. Здравствуйте, меня зовут Васейко Андрей, я родился и вырос в Липецке, но учусь в Москве, поэтому выступаю за команду КВН, сборная Высшей школы экономики премьер-лиги на Первом канале. Я бы хотел поздравить всех вас с эстафетой флага КВН. Видите, очень здорово, сначала флаг был только в Москве, а теперь его наконец увидели жители Липецка. Ну что, любимые, уважаемые КВНчики, благодаря вам сложилась уникальная сказка, в которую многие не могут поверить. В едином месте, в одно и то же время находятся две планеты. Это наша Земля и ваша планета КВН. Планету, на которую хотят попасть каждый из молодых студентов и не только. Планету, которую ждут все зрители нашей страны. Спасибо вам, с праздником вас. Елец поздравляет эту замечательную игру. А для Ельца вообще это знаковое событие. Своеобразный олимпийский огонь. В нашем университете 10 лет назад была создана университетская лига КВН. Студенты с удовольствием играют в эту игру, и мы поздравляем всех с наступающим 55-летием. Изначально я мечтал быть теплоэнергетиком, но пришлось пойти по другому пути, по какой-то непроторенной жизненной ленте. Об этом я, конечно, жалею. Жалею, что не добрался до высшей лиги, и там бы уже непроторенная лента была бы золотой. Но у меня есть свой телеканал, вот ТВ, за что отдельное спасибо КВН. Приветствуем всех КВНщиков. Город Липецк является сегодня площадкой, которая довольно-таки интересно используется как шутки для КВНов. Поэтому мы сегодня достойнейшим образом хотим принять эстафету. Всем привет! С вами команда КВН «Сборная комбината». Эстафету юбилейного флага КВН принял Липецк. И мы с удовольствием приглашаем вас на наш комбинат.
И в честь юбилея КВН мы выпустили праздничную партию стали. Поздравляем!